Автомобиль Peugeot 408, 2013 года выпуска. Объем двигателя 1,6 литра. Запуск двигателя. Работа двигателя на холостом ходу. Работа двигателя на высоких оборотах. Пробег автомобиля 103 365 километров. Ошибок по двигателю нет. Контроль выхлопа. Выхлоп чист. Замер компрессии двигателя. Первый цилиндр. Шестнадцать килограмм. Второй цилиндр. Шестнадцать килограмм. Третий цилиндр. 16 килограмм. Четвертый цилиндр. 16 килограмм. Видеосъемка окончена.